Ежедневно пересадка органов спасает множество людей во всем мире. Сейчас это направление считается одним из самых перспективных в современной медицине, а отрасль здравоохранения названа ключевой в майском указе президента Владимира Путина. Вопросам трансплантологии и донорства была посвящена межрегиональная научная практическая конференция, проходившая в Ульяновске. На мероприятии съехались ведущие медики со всего Приволжского федерального округа. Также ее гостем стал главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. К сожалению, пациенты из различных регионов должны, в общем, лечиться в Москве или там в Санкт-Петербурге, что само по себе не очень удобно и достаточно затратно. Поэтому мы стараемся вот эти технологии внедрять в самих регионах, чтобы сам регион мог этих пациентов лечить. Ульяновская область делает успешные попытки войти в число таких регионов. По поручению губернатора Сергея Морозова в этом году создан Центр трансплантологии. Он разместился на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова. Практику специалисты медучреждения уже приобрели. Две процедуры пересадки почки родственной было проведено. Проведены были очень удачно. Подчеркиваю, что это спасенные жизни. И самое главное, что это полностью подготовленная база. Специалисты, материально-техническая база. Отработаны все моменты и юридические, и этического характера. На достигнутом останавливаться не собираются. На конференции было заключено соглашение между БСМП и Московским национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии искусственных органов. Договор поможет в дальнейшем проводить подготовку врачей и осваивать новые направления деятельности. При реализации программы донорства и трансплантологии перспективы – это, конечно же, пересадка печени. Она, в общем-то, уже стала доступна, в том числе и нашим ближайшим соседям. И я думаю, что в этом направлении мы также будем двигаться. В настоящий момент мы обучили 3 специалистов-хирургов. Они успешно провели данные операции по пересадке почки. Планируем еще направить специалистов НИИ Шумакова, которые оказывают нам активную организационную поддержку. В ближайшее время Ульяновск должен стать одним из центров российской трансплантологии. Такую задачу поставил губернатор в своем приветственном слове участникам конференции. Все возможности получить этот статус у региона есть. Осталось сказать свое слово федеральному центру. Мы рассчитываем получить квоты из федерального бюджета на трансплантацию почки. Каждый год мы будем удваивать все эти наши основные направления. Правда ведь? Мы же так договаривались. Значит, поэтому я думаю, что вот мы на 40-50 таких вот пересадок выйдем. И это будет позволять нам спасать огромное количество людей, а самое главное, чтобы и в том числе сами специалисты экстра-класса имели хорошую профессиональную подготовку. Глава области также поставил задачу создания донорских центров в областном центре и дальнейшего развития научно-исследовательского центра в педагогическом университете. В нем в настоящее время проводится комплексное обследование перед пересадкой органов. Егор Титов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.